Мы продолжаем показывать нарушителей дорожного движения в нашей республике. Вот Ford Focus, обгоняя справа на большой скорости, выезжает через двойную сплошную на встречную полосу и уезжает на красный свет светофора. А вот автор этого видео в последнюю секунду успевает уйти от столкновения с внедорожником Hyundai. А это уже Лада чуть не столкнулась с Toyota Land Cruiser, которая двигалась на красный свет. На этом видео участники дорожного движения, не желая уступать друг другу, выясняют отношения прямо на проезжей части. Напомню, что все интересное видео, присланное на наш сайт, раздел «Народный репортер», мы показываем в наших информационных выпусках.